Всем привет, ребята! Меня зовут Эдгар, вы на канале Иммигрант, и сегодня я хочу с вами поделиться такой историей. Я работал в Риночента в Милане 2 года на компанию Tots и Hogan, и после того, как я проработал там 2 года, меня уволили, и я начал получать пособие по безработице на 11 месяцев, то есть каждый месяц я должен был получать деньги, но последние 2 месяца почему-то деньги перестали приходить. Но я думал, что, может, Виталий часто такое бывает, что может быть какая-то задержка, я не стал на это обращать внимание, но все равно деньги должны прийти. Но в последнее время, прошел месяц, я уже начал задавать себе вопрос, пошел в КАФ, как вы видели в предыдущих видео, вы можете посмотреть это видео тут. Пошел я в КАФ, и мне там сообщили, что мои деньги не идут ко мне на счет, а идут куда-то на виртуальный аккаунт в почтовом отделении. Соответственно, счета у меня в почте не было. И я позвонил в ИМС. Кстати, не звоните по компьютеру, потому что по компьютеру я пытался, это не получилось. Лучше по телефону, по мобильному номеру. Сказали, что мне нужно распечатать там что-то на самом сайте и пойти на почту, показать им, и они мне выплатят. Я не стал ничего печатать, сразу же пошел на почту, сказал, что вот у меня такая проблема. И они мне говорят, да, вот эти 2 месяца, которые ты не получал, они тут у нас, ты хочешь их снять? Я говорю, да, конечно. Они говорят, кроме этих 2 месяцев по безработице, тебе пришла еще какая-то часть денег от ковида. Ты хочешь их все вместе снять? Я говорю, да, все вместе. Так вот, ура! У меня получилось снять деньги. Не буду тут говорить сколько, но просто, ну, чтобы вы понимали, пособие по безработице за 2 месяца плюс какая-то часть от ковида. Всем желаю удачи, всем желаю найти свою работу и больше денег и здоровья. Всем пока!